каждого человека, который к нему обращается, он благословляет. Такова наша вера, исповедание которой является нашей славой через Христа Господа нашего. Аминь. Кирилл, прими знамя дара Духа Святого. Аминь. Мир с тобой и со Духом твоим. Есть в вероисповедной католической таинство, которое принимается раз в жизни. Это таинство крещения, таинство миропомазания и таинство священства. Эти, которые только раз на всю жизнь. Нам намекнули на святое семейство, мы выбрали имена Иосифа и Мария. Потому что у нас тоже есть маленький ребенок, Доминик. Его сегодня нет, он с бабушкой остался.